В Щелково семья из четырех человек отравилась бытовым газом. Трое скончались, одну пострадавшую 2005 года рождения медики доставили в Щелковскую областную больницу в тяжелом состоянии. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Рабочая в воскресенье утром. На место выехали сотрудники администрации округа, Следственного комитета, прокуратуры и полиции, а также аварийно-спасательные и коммунальные службы. Правоохранительными органами ведется следствие по выяснению причин чрезвычайной ситуации.